Всем привет, дорогие друзья. Я немножко в шоке от всей происходящей этой ситуации, от каких-то гонений друг на друга. И Юра мне буквально вчера, по-моему, или позавчера написал ВКонтакте, что он начинает новый проект, и будем ли мы как-то решать, или как, или надо решить финансовый вопрос. На что я ему ответил: окей, хорошо, я к тебе приехать не могу, приедь ты ко мне. На что мне ответил он: окей, все. Потом почему-то я понимаю, что человек не хочет приезжать ко мне. Не могу понять, то ли боится посмотреть мне в глаза, хотя это нужно сделать, нужно сесть за стол переговоров, как многие пишут, и решить этот вопрос раз и навсегда. Я хочу ему посмотреть в глаза. И хочу, чтобы он мне посмотрел в глаза. Так что вот такая ситуация, ребята. Всем спасибо.